Всем привет! Сбылось! Моя первая посылочка. Прислал мне ее Анатолий Натащук. Все его знают как Столяр Толя. Но кто еще не знает, ссылочка внизу в описании. Каждый переходит, смотрит. Много чего интересного делает. То есть вам понравится. А теперь посмотрим, что же нам за посылочка пришла. Мореный дуб в Америке. Я у Толи как-то просил мореного дуба поработать хотел. Всегда интересно было. Смотрим, какая красота. Дубчик черный, как сгоревший, зола прямо. Но это не сгоревший, это настоящее такое дерево. То есть для моих будущих проектов, каких-то интересных, как я ключи в прошлых видео делал, то есть тоже бы с удовольствием вставил бы из мореного дуба. Но еще мы найдем много, куда его применить. Классненько. Еще никогда не работал с мореным дубом. То есть все, как говорится, бывает впервые. Будет интересно посмотреть. Конечно, в будущих видео я в любом случае что-нибудь с ним сделаю. То есть вы увидите его в работе. Но уже есть чем поработать. Уже интересно. Красное дерево есть, работал. С дубом обычным работал, а с мореным еще нет. То есть в наших краях это не распространено, у Толи там с этим попроще. Потому, как говорится правильно, надо делиться тем, что у тебя есть под рукой. И это хорошо, потому что когда есть знакомство, и у каждого человека есть свой разный материал, то есть ты можешь в силу обстоятельств поработать с разным материалом. И это уже хорошо. То есть я Толе как-то тоже отправлял материал, то есть который был у меня, да и другие люди ему отправляли. То есть получается, с разных регионов отправляем материал друг другу, и мы уже можем поработать с разными материалами. Это уже хорошо, потому что есть разнообразие в работе с разным материалом. То есть, Толя, спасибо, мы обязательно что-нибудь с этим сделаем, что-нибудь интересное. Ну что я могу сказать? Всем пока!